Всем зрителям канала Мылопт, это распаковка посылки. Такой вот у меня заказ. Хочу поделиться с вами. Приобрела такие пакетики. Наклейкой. Ленточки они заклеиваются сверху. Так, дальше. Несколько видов бумаги. Тишью. Вот такой. Для мыла, для бомбочек, для декора всякого. Она подойдет. Также взяла 10 флакончиков. Вот таких. Вот к ней спрей. Распылитель такой идет. Металлической насадкой. Выглядит красиво. Также взяла какао масло нерафинированное. Хорошо пахнет. Отлично. Дальше. Килограмм я взяла лимонной кислоты. Буду ее измельчать для бомбочек. Также здесь сода харчовая килограмм. Также для бомбочек и для всяких, для мыла, для масок, для чистящих средств. Взяла попробовать первый раз вот такой не вакуумный, а пенообразующий флакон. Вот 150 миллилитров. Цитрусовый бленд приобрела. И эфирное масло кипариса. Понравилось, как пахнет. Повторно заказала. Взяла 5 упаковок Оливема 1000. Хороший эмульгатор. Также взяла ароматизатор сухой ванильный. Приятный запах, насыщенный. Взяла 100 мл виноградной косточки масла. 2 баночки Твин 80. Это полисорбат. Дальше 10 вот таких бутылочек взяла. По 50 миллилитров объемом. Флиптоп. Такую взяла упаковочку для туши. Как брасматик. Ну, попробую я использовать для масла. И также вот такие стеклянные флаконы с пипеткой стеклянной. Вот это весь мой заказ. Спасибо работникам сайта за вашу работу и зрителям за внимание. До новых встреч!